Они закрыли. Они все закрыли. Я не могу... Ладно, придется обойти. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы играем с вами в новую игру от Chilosart Jisatsu. И скажу вам так, Chilosart стали штамповать эти игры. В целом, мне очень нравится, что игры так часто выходят, потому что каждая игра — это всегда что-то интересное. Новая игра, вы начинаете новую игру, все предыдущие сохранения будут удалены. У меня не было предыдущих сохранений, я не заходил в игру. Иногда такое бывает, что игра думает, что я уже что-то сделал, но я не делал ничего. WSAD. Угу. Нажимать... Зумить, видимо, и escape, и присесть даже можно. Даже можно присесть, мы будем от кого-то прятаться. В этой игре будет элемент стелс. Босс. Босс, эй, ты уже начал работать над новым проектом? Ну? Чего ты прохлаждаешься? Ты же слышал, что я сказал? У нас небольшая кинокомпания, и нам нужно постоянно производить новые идеи. Ты вообще следишь за тем, что сейчас популярно? Не то чтобы. Ты ведь еще молод. Работай ногами. Ногами? Ты в курсе, какие сейчас новинки выходят? Что в тренде? Нет. В общем, я слышал, что сейчас становится все более популярным испытывать свои нервы на прочность во всяких заброшенных домах. Вот, смотри, есть один дом... Вот, смотри, есть один дом в городе, префектуры. Говорит, в нем есть что-то странное. Стоп. Вы хотите, чтобы я в одиночку туда поехал? А кто еще, если не ты? Не забудь прихватить с собой камеру. И не возвращайся, пока не снимешь хорошие футажи. Сразу видно, что этот герой, которому будем играть, не очень хороший сотрудник. Его наняли, чтобы он знал, что сейчас популярно. А он вместо этого такой, ну нет, не смотрю там, нет, сори. И босс сам... Вместо него вынужден думать. Это неправильно. Я такое терпеть не могу. Если нанимаю людей, я хочу, чтобы они делали что-то лучше, чем я. Иначе какой смысл? Мы здесь. Какой-то был фильм корейский ужасов, который мне очень понравился. Вот была похожая локация, на самом деле, только не храм. Там была какая-то заброшка, больница. И тоже какие-то блогеры пошли туда снимать паранормальщину всякую. И... Хоть и банально, да ужаса банально, но ужасно. Там скримеры и атмосфера... Ой, блин! Этого не было. Будем считать, что я не пугался, как чертова жалкая, жалкая сыкливая сучечка. Какой-то дурацкой птицы. Этого просто не было. Этого просто не было, понятно? Так, мы можем присесть, ладно. Лагает. Лагает все нахрен. О, какой грустненький такой. Ух, еще и губки надул. Хоть, чтобы я его поцеловал, наверное. Слышите? Здесь что-то работает. Кто-то здесь есть? Очень громко, очень громко. Я боюсь, что я пожалею о том, что так громко. Ну ладно. Пока что все нормально. Я не знаю, в чем моя задача. Я уже, типа, снимаю все. Да, мы можем зумить. Слушайте, а прикольно они сделали. Атмосфера добротная. Птицы очень страшные. Я думаю, мы должны просто пройти по всему дому, а вот и мы. Пройти по всему дому и посмотреть, что и как. Я, как вспомню название фильма, я обязательно скажу. Так, если я правильно забил фильм, а я иногда пишу просто там, фильм, где происходит вот это. Ну так, думаю, многие делают. Короче, фильм называется «Психиатрическая больница Конджиам». Посмотрите этот фильм, вам понравится. А мы будем наслаждаться страхами. Вот здесь, которые происходят страхи в заброшенной, странной... Я не знаю, что это такое, это храм? Опа, здесь улица. Что это за работа такая? Зачем мы здесь? Оно разве того стоит? Сколько мы получаем? Надеюсь, очень много. Ой, боже мой. Знаете, есть они призраки.
то какие-нибудь наркоманы, психопаты, сумасшедшие, которые любят тусить в таких местах, обязательно здесь будут, и нам будет нехорошо. Я не говорю, что все, кто любит тусить в таких местах, сумасшедшие. Какая дверь быстро открылась. Но, не-не, вы сумасшедшие. Если вы тусите в таких местах, вы просто псих, больной. Это же страшно, что вы сейчас на меня смотрите. Я правильно иду? Нет никакого указателя. Вот теперь я жалею, что нет такого туториала. Типа, идите сюда, посмотрите на это. Исследуйте, идем. Идем, идем. Вот, так, так. Если вы будете слышать в моем горле, в моем голосе, то знаете, я еще подбаливаю, немножечко болею. Заболел горлышко. Недавно у меня совсем голос пропадал. Благо на день всего. И сейчас он восстанавливается, но есть это вот першение. Першение в горлышке и всякая бульба неприятная. Куда нам? Я же что-то открыл. Я ведь открыл, но я не могу пройти, потому что мне загораживают путь. Ладно. О, мои ноги. Вот, хорошо. Стоп. Я уже здесь был. Да, это... Я оставлю дверь открытой на случай, если надо будет бежать. Мы шли в эту сторону. Теперь давайте пойдем сюда. Открыли. Пройти не можем. Тогда идем наверх, конечно же. Наверху нас ждет самое интересное. Манекены, будь они прокляты. Почему манекены? Что за барахло? Так, погодите. У нас опять проблема с тем, что тупая графика. Very low. Ультра. Извините, пожалуйста. Примените. Продолжить. А, да. Я все видосы с Chillus Art начинаю в таком ключе. Настраиваю графику. Да что же за подлаги такие? Будьте... О! Скорее всего, я должен найти какой-то ключ. Жуть. Очень жутко. Все эти места открываются. Тут трудно понять, где вход, где дверь, где что. Ага, смотрите. Это шкаф. Кровь. И птичьи перья. Но мы не можем туда просунуться почему-то. Хватит лагать. Что это? Мне кажется, это мой фонарь, да, отражается в стекле. Это же стекло. Пусть это будет стекло. Эй, кто-то закрыл дверь? Она что, закрылась за мной? Да, это мой фонарь. Ух. Сюда что-то затаскивали. Ладно, нам все-таки можно выйти на улицу, оказывается. Я думаю, мы больше никогда не выйдем из этого дома. Ну ладно, раз мы вышли, так мы вышли. Я думаю, нам не нужно было открывать ту дверь с замком, потому что иначе бы написали: «Вам нужен ключ». Нам просто нужны футажи. Классные футажи. Давайте. Вот. Двери закрываются сами. Вот в чем прикол. Мы отсюда пришли. Мы просто обходим дом. А можно ли его полностью обойти? Давайте пойдем в эту сторону, посмотрим. Атмосферненько. Подлагивающе. Жутковато. Прудик. Хорошо, что мне заплатили просто делать футажи, а не комментировать. Поэтому за это меня не оштрафуют, наверное. Что? Я как будто бы слышу. Ай. А, срально. Провалимся туда? Нет. Мы просто идем по кругу уже. Хм.
Ладно. Предлагаю снова вернуться в дом. Все так тихо. Прям слышен какой-то гул. Мне кажется, или кто-то шумит? О, еще один шкаф. Кто-то явно шумит. Может быть, внизу? Или все-таки в той комнате, где был замок? На втором этаже. Очень может быть. Мы ничего не можем взять, к сожалению. Хорошо, мы пришли оттуда, значит, пойдем налево. А, как плохо видно. Фонарик очень медленно поворачивается. Вот дверь. Дверь, которая ведет куда? В тупик. Белые тапочки. Что это за спреи такие? Почему они здесь везде? Это от насекомых? Или это, может быть, клей? Жидкие гвозди? Слушайте, босс, ну я все как бы снял. Классный кадр, я считаю. Я считаю, таких кадров никто еще никогда не видел. Очень. Мне вот это не нравится. Вот зачем вот здесь такое? О, смотрите. А, они все по очереди открываются. Стоп. Ну, ладно, открываются только одни. Вот опять. Опять кровишка. Ой. О-о-о! Кто-то уже подготовил футажи для нас. Итак, первое чтиво. Как? Что я должен нажать? Берем. Берем, и сейчас, видимо, мы что-то... Надо проиграть это где-то. А это что такое? Это алтарь. Погодите. Видак. О-о-о-о! Давайте смотреть. Видимо, в этом храме отпевают умерших. А кто это снимает? А, я смотрю, как кто-то снимает. Или я переместился, потому что у меня тоже фонарь. Ладно, у меня теперь не обувь, а носки. Видите, цензуру кто-то наложил. Это прикольно, мне нравится. Я такой иду весь. О, опять этот чувак висит здесь. Но уже в другом месте немножко. Давайте подумаем. Нам либо налево, либо направо. Давайте пойдем налево сначала. Что? Что это было? Почему меня развернуло? Нам надо направо? Пойдемте направо. Что? Что? Меня разворачивает. А, сюда. Я не могу влиять на этот футаж, потому что не я же его снимал, правильно? Это знакомое место все. Здесь. Что это? Определенно эта игра вызывает у меня чувство тревоги. Но только из-за птиц. Только из-за птицы в начале. Где я? Что это? Совочек, лопаточка маленькая. Погодите, это уже кто? Я уже кем играю? Вы забавно, что все эти люди в одно время находятся в этом доме и просто ходят, не могут друг друга найти. Я слышу, да, и внезапно игра наконец обратила внимание, что какой-то гул, кто-то говорит. Погодите, а могу посмотреть? Это дохлая птица.
А! Нет, это все еще... Что? Что? Здесь. А? Сюда. А? Почему так тихо? Отличная работа. Я умираю от голода. Насыть меня снедью. Снедью? Это дерьмо по-китайски. Подай нечто. Сейчас я схожу. Смердящее смертоносностью. Поднеси это мне. То есть мне сесть? Снять штаны и сесть? Отличная работа. Я умираю от голода. Надо. Смертоносностью? Может быть, та птица дохлая? Пойдемте за той птицей дохлой. Давайте забираем ее. Нечто из выгребной ямы хочет покушать. Так и быть. Как тебе вот это? Ой, вкусно, наверное, да? Достаточно зловон. О, я все это посмотрел. Думаю, я смогу что-нибудь найти в том же месте, что было на кассете. Погодите, мне нужно прям туда идти, к туалету? Это игра... Эта игра определенно жуткая. Это их еще повесили сюда, вот это платье. Да это халат, не знаю, что это. Что бы я такой, да не, мне просто показалось, что это женщина, на самом деле это просто висело здесь, это пальто, одежда, халат. А ты все еще тут? Нет. Мне нужно выйти отсюда срочно, подышать свежим воздухом. А вот и ты, то самое прекрасное зловонное место. Нет. Нет, 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 нет. Нам не сюда. Нам нужно пойти сначала в эту сторону. Сначала игра хочет, чтобы я откопал птицу. Да. А, нет, кассета. Ну, давай, забирай. Ой-ой-ой-ой. Что? Если честно, даже не помню, в какую сторону. Педак, где он был? Блин, это кассета. Это просто кассета. Тихо. Просто гребаная. Вон телек. Ладненько. Меняем кассету и смотрим. Меня пугает, что это все интерактивно. Что я должен... Что? Где я? А! Привет. Ой, Карпа, поднеси мне голову, Карпа. Ой, Карпа. А, голову Карпа. Карп — это рыба. Значит, мне нужно к прудику. Вот сюда. Ой. Прудик ведь вот сюда? Нет. Что? А, нет, это просто туда указатель к туалету. Голова Карпа. Мне явно нужен какой-то пруд. Ага, я тебя вижу. Наверное. Наверное, я тебя вижу. Наверное,
Ты здесь, да. Это что, удочка? Что, типа, чисто отсюда именно карпа выловлю? Вон он. Это не карп. Или это карпа так выглядит? Давай-ка. Я поймал? Рыбка? Стоп. Кажется, я не поймал. Это квест. Нам нужно дождаться, пока он именно зацепится, и потом нажать на кнопочку. Вот, смотрите, подплывай, подплывай, подплывай. Давай, рыбка. Ловись. Оп! Все, вытащил. Тупой карп. Перехитрил. Не с первого раза, конечно, но... Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Что это? Кто-то, чье-то лицо высунулось. Чье-то, блин, лицо высунулось из пруда. Господи, гениальное решение. Они изначально заявили цензуру на лицах, чтобы потом показать вот это и заставить мою фантазию, мое воображение работать ужасно. Я не желаю тела рыбы. Взываю, отсеки его голову и подай ее мне. Неужто ты не в силах управиться самолично? Коли так, раздобудь иного для свершения. Что? Что? Господи, ты как будто кто-то пробежался. Я не желаю. Ага. Меня вот сюда направили. Иного для свершения. Ага. Куда мне? Почему меня сюда? Куда? Меня вот прям... Ува! Черт, что это было? Что это? Что это? Это ветка летающая. Он здесь. Но я его не вижу. Могу пообщаться с тобой. Меня разворачивают. Меня разворачивают, надо идти в дом, видимо. Что? Да перестань, рыба, маячить! Я так понимаю, мне нужно на кухню попасть. Да, скорее всего. Мне кажется, или он белее? Тот был такой серый, грязный немножко. Но, видимо, он уже долго висит. А я же не помню, где была кухня. Скорее всего, финал этой игры будет где-то там наверху, когда мы откроем замок. Ой. Мам? Мамуль? Папка? Что такое? Господи, ты белее смерти. Что это у тебя там? Даже не говори мне, что хочешь, чтобы я отрубила ему голову. Я, видимо, ребенок. Только не подноси это сюда. Пойди и выброси его. Я не могу. Нечто в то... Что? Что? Что это было? Куда меня дели? Видите? Пила. Я сам это сделаю. Нечто из туалета хочет, чтобы я это сделал, да. Все, я закрылся. Вы видели? В шкафу там было много крови, много перьев. Или это, возможно, были не перья, а рыбные кости. Ужасно.
А рыбу я оставлю здесь? Может быть, надо было ее просто выкинуть? Очень много дохлой рыбы. Родители никак за мной не следят. Да ни за домом-то не следят. Надеюсь, мама не увидит с папой заваленной коробки. Внимательно идем. По-моему, нам нужно вот сюда. Говнодемон уже заждался, он хочет кушать. Давай. Что? А теперь-то что я должен сделать? Может быть, я должен пойти... Ну, давайте еще раз посмотрим вот на это. Я, ей-богу, я не понимаю, что здесь нарисовано. И мы не можем это никак вращать. Может быть, нам нужно в комнату к тому мальчику пойти? Так я не помню, в какую на сторону. А, ну да, видите? Там стены еще нормальные, целые, а здесь все разорвано. Погодите, кажется. Это здесь. Там что-то явно происходит. Вот здесь. Сейчас. Нет. Вот тут. Вот здесь. А! Кто-то оставил запись, кто-то что-то жрет. Пожалуйста, без страха. Спасибо, что без страха. Я не хочу страха. У меня погас фонарик. Иду. Иду на звук. Что он хочет? Ха, то слева, то справа. Как это угрожающе. Нет. Кассета у меня? Хорошо, или украли? А! Манекены начинают перемещаться, по-моему. Нет, нам не сюда. Вот это преданность своему делу. Я продолжаю здесь что-то смотреть. Не пойти ли мне нахрен? Закрыли проход. Черт. Теперь нужно обойти весь дом? Ведь мне сюда нужно. Они закрыли. Они все закрыли. Я не могу... Ладно, придется обойти. Блин, ну все, хватит! Тихо! Как девчонка ору, я не могу, как страшно! У меня аж... Что, кто-то прошелся? Нет, или мне показалось? Господи, у меня зашипел наушник от моего крика. По-моему, это сейчас самая страшная игра, которую когда-либо играл. Я просто... Настолько мне неприятно сейчас не играть, я хочу перестать. О, мама спит. Да? Мама, ты спишь? Заходим? Или мама не спит? Мама сдох? Ой, что это?
Не, я... Здесь говорится, что нужно здесь стоять. Стоим. Или не нужно здесь стоять? О! Здесь кто-то есть. Мам? О, мама мертва. Кто там? Что это за черная дыра? Что такое? Бать, ты что творишь? Он плачет или кушает? Пожалуйста, не надо. Я удалю. Я удалю то, что я снял. Не надо. А? Я мальчик? Эта кукла одержима. Укрась ее прядью бабушкиных волос. Прядью. И преподнеси мне. Пойдемте к бабушке. Бабушка как раз дохлая, да? Скорее всего. Лежит себе... Лежит себе подохшая бабушка. Так, не здесь. Бабушка не здесь. Черт. Как же найти-то вас, миссис бабушка? А, вот она. Сейчас, не отвлекайся, пожалуйста. Сейчас я чуточку. Если что, меня это говнодемон плохому научил. Хорошо? Спасибо. Ой, опять все выключилось. Ой, я пошел. Не буду отвлекать от горя. В какую сторону мне надо идти? Вот сюда. Все в этой игре пропитано омерзительной, страшной атмосферой. Почему на меня это действует, не понимаю. Почему вот так вот... Что это делает, что эта игра делает, что меня так сильно стримает, триггерит максимально? Что я прям хочу, чтобы от меня отстали. Ого. Ну теперь-то что? Теперь-то что? Я понятия не имею. О-о-о-о. Это так надо? А, нет. Это просто блики. Просто блики и все. И не знаю, куда мне надо идти. Я знаю, что почему я так боюсь, потому что вот птица напугала меня. Просто птица в самом начале. Вся проблема в птице. Я не могу отсюда выйти. Просто в птице кроется все зло. Птица — это зло. Ты здесь. Ой. Куда упал? Ты куда укатилась-то? А что? Голова куда-то пропала, она укатилась. Нет! Нет! Вот когда тихо, нет! Когда тихо, нет! Ладно, потому что я отошел, дверь закрылась, да, автоматически. Это так работает, так устроено. Все. Не паримся, да, все нормально. Не паримся. It's okay. Very nice, very good. Мы можем выйти. Это самое главное, что мы можем выйти. Никто нас здесь не держит. Если что, мы даем дёру. Возможно, это была неправильная кукла. Может быть такое. Однако, отсутствие какого-либо шума... Лучше уж страшный эмбиент, вот серьезно. Страшный эмбиент хотя бы... Не знаю, меня он успокаивает в данном контексте. Но вот сейчас, когда такая тишина,
И это очень гнетет меня. Единственная дверь, которая нормально выглядит, кстати говоря. О-о-о! Нужно найти правильную. Это неправильная. Правильная та, у которой голова не отвалится, скорее всего. Слушайте, как будто бы по учебнику «Создай супер-хоррор-игру» она сделана. Они не придумали другого способа не дать мне выйти из дома, кроме как эта огромная хрень. Мы здесь были. О, еще одна. Фак. Дерьма, кусок. Где же я найду? Она где-то здесь должна быть. Нет? Нет. Это будет не так просто. Здесь надо все обыскать. А вероятность заблудиться очень высока. Вот дверь. О! Правильно идем. О! А вот и подлинник. Или эта голова не исчезла. Я не хочу поворачиваться. Честно, я не хочу поворачиваться, ведь я сейчас буду... О! О! Брось. Брось. Перестань. Хватит. Ноу. Ноу. Думаете, Евгений пересрал? Может быть. Но может ли он с этим мириться? Может. Аж челюсть хрустнула. Это был ветер всего лишь. Наверное, ветер. Так скажет любой полицейский или прохожий, или кто-то, кому я об этом расскажу, если, конечно, выберусь отсюда. Я не помню, я был здесь или нет. Я здесь, кажется, уже был. Да, я все видел. Скорее всего, игра хочет, чтобы мы наконец вышли на улицу. Может быть. Вот сюда еще не ходил. По крайней мере, я не припомню. Так, надо расслабиться. Надо расслабиться, потому что челюсть может хрустнуть еще раз. Это всегда не очень приятно. Смотрите. Здрасте. Что это было? Тут что-то было. Волосы. Вы что, угораете надо мной? Перестаньте. Хватит. 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 Ладно, уходим. Идем дальше. Здесь. Может быть, здесь? По-моему, на данный момент это самая-самая страшная игра ChillaSart. Они просто взяли и выдали бомбу. Зо, вот. Вот. И там еще, с той стороны. Окей. Нет. 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 Что бы ты ни было, пошло отсюда. Изыди. Я тебя умолю. Я тебя умоляю. Нет. Ключ, по-моему, это наверх, чтобы пойти. А может быть, дверь открылась, чтобы такая, типа, Евгений, лучше уходи отсюда. О, можешь получить вторую концовку. Хорошую. А, нет. А, нет, они закрыли проход. О, нет! О, мужайся. Мужайтесь. Поставьте лайк. Это очень страшно. Это страшная игра. Мне ее не нравится эта игра. О, жди кассету. Зачем дверь там открылась? Просто что? О, они все, у них глаза светятся, как будто они смотрят на меня. Там кто-то ходит.
Откройте, пожалуйста! Меня заперли. Что это? Что вкинули? Эй! Я другую открою. Это вообще бумажные стены, я могу просто выбить их. Пожалуйста, перестаньте. О, ладно, в этот раз птица была не страшной. Ну, привет. Можно с тобой поговорить? Ну, птица залетевшая... Это не так страшно, если ты не голубь. Это был не голубь, бойкий и огромный. Что здесь изменилось? Что-то здесь не то, это другое место. Это нахрен совсем другое место. Это вообще не то. Что? Что происходит? Откуда я выбрался? А, наверное, я понял. Наверное. Нам нужно всего лишь дойти до телека. Нет, мне не нравится. Дерьмо. Дерьмина. Скорее включай. Что я делаю? Куда? Куда? Или мальчик спускается или вылазит из дырки? Стоп. Это дырка в полу дома? Что? О! Я был в гостях у срального демона. Жизнь покинула оболочку дедушки. Похоже, он встретил свою кончину посреди купания. Как раз самое время. Дедушка в пруду был. Вот этот черный прямоугольник. Выдерни его локти и поднеси мне. Посреди купания. Пойдем. Сюда все-таки, да? А где купание? У нас ванная где-то была? Что-то я не припомню, чтобы была ванная. Оу. Надо запомнить, что вот здесь, слева от входа, дырка. Дырка в преисподнюю. Ад. Нет. Здесь дедушка не устраивал купальню явно. Нет. Нет. Да будь все прокляты, где же? Я не помню, где была ванная. По-моему, вперед, если пойти. Что? Нет. Это главный вход. Закрыт. Ну, для меня он главный. Так как я входил первый раз через него, теперь он главный самый. Это кухня. Мы все ближе. Возможно, это ванная. Да. Что-то написано? Я никогда в жизни не разберу. О! Это что, он этим порезал себе? Так, давайте, ладно. Что-то пару ноготочков. Где-то. Не переживай. Я быстренько. Я не вижу ничего, кроме его руки. Это очень неприятно. А может, он еще жив? И из большого пальца. Нам ведь 5 хватит? Что было? Что было? Что было? Я не рассмотрел. Не рассмотрел. Окей. Уходим. Скорее. Скорее. Нельзя заставлять Дриста демона ждать.
это, по-моему... Блинушки! Он стоит здесь! Это призрак дедушки, возможно. Гличмен, Гличмен! Тихо. Кто же это? Я хочу быстрее пройти уже. Нам не сюда. Но... Может быть, отсюда? Нет. А куда ж тогда? Возможно, здесь. Да. Да. Срата демон, я иду. Пожалуйста. Вот. Ноготочки. Вытянут тебе маникюр, типа, хочет сделать прикладной. Ну что теперь? Сдается мне, я должен найти дырку, да? Я должен найти, видимо, дырку. Только я не помню, где... А, стоп. По-моему, выход. Ой-ой-ой, перестань лагать. По-моему, выход куда-то... Вот сюда, в эту сторону, да? Очень может быть. Что это? Что это, блин? Ладно, это просто всякая моль, или не знаю, как это называется, мотыльки. Мотыльки, да, летают. Летают мотыльки. Ага. Нам не сюда нужно. Нам нужно найти дырку в полу. Вот она. Конечно же, это она, но... Я вижу шланг, который ведет вот сюда. Что за шланг? Дверь перестань. Здесь не открывается ничего? Пойдемте. Жуть. Нет? Нет никого. Что? Патрон 3. Чилос Арт. Маленькие пасхалочки — это хорошо, это успокаивает. Так, если мне не нужно идти туда. Все, я понял. Мне не нужно идти не там, где дыра в полу, и не там, где демон из говнища сделан. Мне нужно идти туда, где дедушка принимал ванную. А я не совсем хорошо помню, куда идти. Ну ладно, одна из дверей желтых меня приведет. Вот, по-моему, это очень может быть. Да. Смотрите. Сейчас мы спустим, и там будет кассета. Ну, разве кассету можно мочить? Кассету можно мочить, видимо. Предусмотрительно, предусмотрительно очень. Ладно. Ой, нет. Нет. Меня опять закрыли. Они забрали телек. Вы что, угораете, что ли? Вы телек забрали! Паскуды! Где телек дели? Что же вы за нелюди? Свиногады. Здесь ничего нельзя нажать, ничего нельзя нажать. Куда мне теперь идти? Нету четких ориентиров. Пойдемте наверх. Вообще, может быть, что наверху все происходит. Все самое важное. Так. Нет. No TV. Нет. Нет.
А что ж ты будешь делать? Может быть, тогда в этот раз нам нужно будет попасть в комнату к мальчишке, где дырка была. Понятия не имею, где эта комната, правда. Не, вот это перемещение телека, это, конечно, западло полное. Нет, не здесь. Что? А, мне показалось, что-то двигается. А, да, правильно, правильно я сказал. Все, полезли. Полезай вниз в подземелье. А там я встречу мистера Пиклза, видимо, и его добрых, веселых друзей. Хлебнуть водички, потому что кричать надо хорошо смоченным горлышком. Я думаю, нам нужно идти вот сюда, по этому шлангу. О, нет. Что? Почему? 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 О, блин. Неважно. Я здесь пришел кино смотреть. Это такой атмосферный кинотеатр. Кстати, а почему сделать такие кинотеатры, где прям все очень сделано атмосферно для фильма, который ты смотришь? Например, фильм ужасов, какой-нибудь «Реинкарнация», да? Переверни всякий крест внутри обители. Всякий крест. О, всякий крест — это очень много крестов. Я не помню, сколько там их было. Ну, поднимайся, давай, мальчик, еще такой не сильный. Всякий крест. Что ж, давайте посмотрим. Всякий крест. Не знаю, почему они не сделали эффект пленки, когда мы смотрим на запись? Ладно, начнем с похода налево. В ванной, да? Или в туалете. Есть ли какой-либо крест? Никакого креста нету. Слышите? Там как будто бы бенгальский огонек горит. Или костер просто. А мне кажется, что как будто бы нас лишили каких-либо дверей. Это кресты, но их нельзя перевернуть. Ага, вот первый. О, труп. Сюда здесь лежал? Или это манекен? Возможно, это труп. О, очень много трупов. Окей. Слышите, церковный хор начинает потихонечку играть. Эта атмосфера медленного погружения в какой-то ад, она очень меня пугает. Когда ты вроде бы контролируешь, ты управляешь персонажем, но ты ничего не можешь сделать, кроме как выполнять приказ. А. Так, а как же мне к тебе подойти? Тихо, перестаньте. О. Дохлый фищ. Слушай, я могу так и пропустить, потому что, оказывается, некоторые распятия находятся в шкафах. О, а, ты направляешь меня, видимо. Прикольная ворона. Ага. Ага. А, благодать. Thank you.
кто-то бегает там по двору. Почему? Я помню, что в детстве мне было жутковато в храмах всегда находиться. Но я понимаю, что именно образ осквернения святыни выглядит еще страшнее. Выглядит так, даже если ты не важно, верующий или неверующий, когда ты видишь, как осквернена святыня, ты не можешь отделаться от ощущения, что это настолько неправильно, и настолько сейчас мир поплатится за эту выходку. Или не мир, а ты сам. Зеркало здесь всегда было? Да. Так, боже мой. А, их все больше. Здесь. Понятия не имею, тут есть ли? По-моему, это что-то закрытое. Вот. С волосами. Все в волосах. Все, блин, в волосах. Хватит, Нойн. Я уже и не знаю. Смотрите, в ту сторону. На всякий случай, да, мы здесь были. Вот здесь. Это нож. Мы потихонечку превращаем этот дом и приводим его в то самое состояние, в котором он был, когда уже пришел этот сотрудник, делающий снимки. А, здесь уже перевернуто. Ну, все хорошо. Может, нам пора выйти? А, да. Мы, кажется, все сделали. Еще не достает. А! Где же мы пропустили-то? Здесь стопудово были. Наверху. Ну, давайте пройдемся еще разочек повсюду. Я имею в виду, позаглядываем и абсолютно везде, да? Вот здесь. В шкафах. Оно же может там быть припрятано, может. Я такое уже видел не раз. Этой комнате почему-то нету. Нету, а где? Оно должно быть здесь. Открывай и показывай. Нет. Никакого распятия. Туалете тоже нету. Видимо, нужно идти на второй этаж. А, хватит. А, вот второй этаж. А, нету. Крест дайте мне, пожалуйста. Что это? Здесь нету нифига. Пожалуйста. Вот оно. Последнее. Музыка прекратилась внезапно. Ой, они смотрят на меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, теперь-то что? Блин, и ты... А, нет. Они появились. Их здесь не было. Вас тут не было. Точно, уходить отсюда, да? Все. Наверное, теперь можем пойти в ту сторону. Тут было
Тут была развилка. Одна из них вела вот сюда. Да, какие-то ступеньки. А, мне надо присесть? А я не могу присесть. Почему-то эта функция выключена. А, теперь могу. Слушайте, а это туалет? Ладно, уходим отсюда. Может быть, теперь нам нужно будет подойти к туалету и пообщаться. Очень может быть. Ну, либо игра сейчас сама что-то выкинет. Это прям очень по-серьезному жуткая игра. Мне не нравится. Что я должен сделать? Пожалуйста. А! Да, игра сама выкинула. Мы прям ползем. Ой. Ой, блин! Можно не надо? А, блин! Можно не надо! Можно не надо! Выползай, выползай! Я тебя прошу! Какой ты неторопливый! Тебе жить не хочется! Что? Надо уйти! Оно выползло! Я не знаю куда! Спасите! Ну, ну спасибо. Замечательно. Дабл, а, едем. Надо ехать быстрее. Оно, возможно, за нами все еще едет. Гонится. Может быть, и едет. На призрачном автомобиле. Мы управляем только нажимая вперед. Он сам рулит. Вот, друзья, я так рад, что я не один играю в эту игру. Я просто мысленно понимаю, что вы здесь. И я благодарен вам за это. Потому что, во-первых, я с вами делюсь этим интересным опытом, во-вторых, вы облегчаете немножечко мою участь. Один бы я тут обосрался. Кажется, все нормально, мы просто уезжаем. Ну, что-то сейчас будет на дороге. Нет. Нет, бревно. Кто положил бревно? Это как в «Унесенных призраков», да? Мы через туннель проходим, все, окажемся в потустороннем мире. Я не могу даже посмотреть никуда. Зачем тогда ты отъехал? Ой, кто это? Кто это идет? В красном пуховичке? Что? О, боже мой, меня грохнул этот чувак в красном пуховичке. А зачем мне нужно было отъезжать? Я мог бы сразу выйти и попробовать перелезть. А, меня кинули в багажник, да? Что такое? Что происходит? Как будто сейчас совсем другая игра начнется, либо уже новый этап. Это все еще снимает камеру. Возможно, это уже моя кровь, меня разделали на кусочки. Носки и сланцы. Ты больной психопат.
Неси это мне. Я сейчас играю этим мальчиком. Я все это время жил в этом доме. И прислуживал. И прислуживал поносному демону. Вот в чем прикол. А чем я питаюсь? Как я зарабатываю на жизнь? Вообще что? Не знаю, может быть, демон меня кормит. Я его, он меня. Мы друг другу помогаем. Это дружба настоящая. Здесь продемонстрировано. На, дружище. Джисатсу. Без понятия, что это значит, но... Это была самая, наверное, крутая игра ChiloSart. Уровень ужаса был на высоте для меня. Вы, наверное, видели по мне. Все началось с дурацкой птицы. И, наверное, еще воспоминания того фильма, о котором я говорил, корейский хоррор, который, возможно, вайб какой-то мне настроил сразу перед прохождением. Кто знает. Классная игра. Все хорошо сделано. Под конец чуть-чуть начало ослабевать это напряжение, но... Большую часть игры мне реально хотелось просто выключить. Ну, то есть, если бы не вы, не ответственность перед вами, что должен сделать это видео, я бы просто, наверное, не знаю. Не, я бы доиграл, конечно, я не такой сыкал. Мы можем как-то, да, нажмите пробел, чтобы пропустить. Будет ли какое-то... Что-то есть. Что-то продолжается, мы не закончили игру, оказывается. Ох, если кто-то из вас сейчас выключил. Подчиненный. Жутковатые футажи. А, это он подчиненный. Эх, они достаточно хороши. Знаете, кто их снял? Без понятия. Кто-то просто их нам прислал. А может, это тот парень... что внезапно пропал во время работы. Может и он. Помню, как велел ему отснять хороший материал. Но зачем отправлять это в офис? Нужно было принести мне прямо в руки. Чертов... Внезапно. Чертов дуралей. Подчиненный. А, но последняя часть какая-то... И он ни разу не появился в офисе после того, как отправился снимать тот дом. Так, стоп, о чем ты вообще? Там наверняка был монтаж. Это обычный фейк. У меня нет на это времени. Мы с таким не работаем. Да, вы правы. Моя вина. Но хотелось бы, чтобы он скорее уже объявился. Прошу прощения. Я отлучусь в уборную. Только возвращайся скорее, чтобы мы уже могли начать разрабатывать следующий проект. А вот и все футажи. А кто же их прислал? Возможно, я не мог, точнее, тот чувак, которым мы играли, он не мог прислать, потому что нас же убили. Соответственно, это прислал чувак в красном пуховике. Это его рук дело. Зачем? Он хочет, чтобы его историю была... чтобы его историю услышали, увидели. А это ж босс лежит. Это босс... Вот так. Под конец они решили смазать немножечко все-таки. Но, блин, прикольно, да, он пришел, в общем, убить всех.
послал им эту кассету, чтобы напугать, а потом убил. Хладнокровно. И лицо у него такое было не криповое, обычно какой-то чувак. Такая бородка, все хорошо сделано, но надо было сделать кого-нибудь крипового. Не суть! Была прикольная игра. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Не забудьте про колокольчик, чтобы не пропускать никакие уведомления, потому что многие из тех, кто подписан, не нажали на уведомления, чтобы все уведомления присылались. Проверьте колокольчик, пожалуйста. Также, если хотите посмотреть другие хорроры, внизу в описании будет ссылка на плейлист. С вами был Юджин, спасибо всем, и всем пять!